Хочу сказать в первую очередь огромное спасибо, потому что если бы не вы, то есть наши ветераны, то, наверное, нас бы не было. Хочу пожелать вам добра, обязательно хороших людей рядом и, конечно же, финансовой поддержки со стороны государства или нашего правительства Тверской области. Вот, еще раз спасибо и с праздником вас. Уважаемые ветераны, я хочу вас поздравить с этим прекрасным праздником 9 мая. Хотелось бы, чтобы вы подольше пожили, чтобы вас родственники поддерживали всегда и помогали, чтобы настроение у вас было хорошее, чтобы у вас были силы еще сходить на демонстрацию и к священному огню, к обелиску. Вот. И знайте, что мы знаем о вашем подвиге. Это очень важный праздник, потому что действительно испытываешь гордость, когда идут мимо ветераны. Вот буквально сегодня видела ветерана, весь в орденах, мне прям гордость, что я живу в России, что меня окружают такие люди. Поэтому для меня это праздник, действительно праздник. Вот. Хотя очень жалко, что сейчас молодежь и иное, да, поколение как-то воспринимает это, что очередной выходной, по телевизору показывают военные фильмы, нечего смотреть. Но на самом деле это не так, надо помнить, надо улыбаться и говорить спасибо. Вот. Не только в этот день, и, наверное, каждый день, потому что их осталось очень мало, наверное, каждый день.